Так, что там? Бутылку водки, великий разговор в конце разыгрываем? Ага, разыгрываем, очень хорошо. Ну, что, начинаем? Кто чихнул? Ты? О, иди сюда. Скажи мне, пожалуйста, ты не болен? А мне кажется, болен, потому что только больной человек может без спроса взять мою корону и нацепить себе на башку. Снимай давай, не по сеньке шапка. Тебе больше подойдет, не знаю, пидорка, гондонка. Все, свободен. Добрый вечер, дорогие сябры. Снова на ваших экранах «Великий разговор». Будьте здоровы. Весь мир перепуган этим коронавирусом. Уже от Китая бегут, как от чумы. Вон, Северная Корея вообще закрыла свои границы для туристов. Как говорит Ким Чен Ын, береженого Будда бережет, а не береженого конвой стережет. Кстати, есть и положительные моменты этой истории всей в Китае. Вот я, например, четко запомнил, что больницу можно, оказывается, построить за недельку. А не как нам тут рассказывают, годами. Все правильно. И есть еще положительные моменты, смеются они там над этим всем. Хочу вам сказать, чтобы никому не было обидно, это такой нервный смешок. Потому что ручки начали чаще мыть. Что-то псиной потянуло. Так, кто Facebook открыл? Закройте срочно. Это же надо, сколько времени прошло, а до сих пор не выветрился еще. Это же благодаря этому Брагару. Или Брагару. Брагар-перегар. Это же благодаря этому Брагару, который... Бабушке посоветовал заплатить этим собакой за газ. Ну от, посмотрите сами. Якщо елітної породи, то що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Ясно? Это ж надо было додуматься, да? Скажите. Що він имел в виду? Так, кому какая разница уже, что он имел в виду? В наше время вообще рот открывать опасно. Может не то вылететь, понимаешь, из рта, и не то влететь может стать тоже. Что опаснее, еще непонятно. А некоторые изобретательные люди вообще валюту новую придумали. Песо. Я бы к этому песо еще котейки добавил. Один песо, 100 котеек. Схема проверенная такая, рабочая. На белочках проверенная, и на волках проверенная, и на зубрах. На всех. Там, я тебе говорю, там целый зоопарк был в невалюте. В нашей дорогой, любимой Америке сейчас начинается президентская гонка. Они опять там решили президента выбрать. Что за люди? Не понимаю. Такие сроки маленькие. Тут только к этому привыкли, к Трампу. Только выучили, что Дональд зовут. Тут раз, все. Нового сейчас выберут, опять учу, опять знакомься. Главным конкурентом Трампа на выборах может стать представитель сексуальных меньшинств. Приезжали тут великие деятели правильной и неправильной ориентации, и меня уже начали упрекать в том, что я, видите ли, осудил голубятню и так далее. Ну, не нравятся мне голубые, я и сказал, что не нравятся. Пит Бучиджич. Джича. Бучиджич. Потом выучу. Станет президентом? Выучу. Короче, Пит. Будут звать его Пит. Что мы знаем про Пита? Пит – бывший военный. Разведчик. Ну, назовем его «Голубой берет». Мне кажется, он в разведке получил этот «Голубой берет». Попал не на то задание, знаешь. Ну или на то, кстати, задание попал. Знаете, часть Родины давай, сохрани. А свою можешь потерять. Его ж там, наверное, как в голливудских фильмах в тренировочном лагере готовили. Стрелять и терпеть. Что происходит в Америке, это вообще очень интересно. Будем следить, не отрывая глаз. Отвечаю. В каждом выпуске будем уделять и ему, и Трампу, и всем-всем-всем чуть-чуть внимания. Вот. Это будет наша постоянная рубрика «Из-за океана». А вот давно что-то мы, кстати, не говорили о близлежащих наших зарубежных друзьях. Назовем эту рубрику тоже, кстати, как-то. А что там в Туркменистане? В Туркменистане ж чиновников обязали красить волосы в седой цвет, как президент Туркменистана Гурбангулы. Берды Мухамедов. Гурбангулы. Троните просто. Все. Как президент Туркменистана Гурбангулы Берды Мухамедов. О! Кстати, этот указ касается чиновников старше 40 лет. Тоже мне седой чиновник. Он в Беларуси седой чиновник уже на второй день. Он один раз с проверкой приехал и все. Седой, штаны мокрые, шо. Ну там много чего. Зная Гурбангулы и его диджейские способности. Мне кажется, что он готовит вечеринку и снова седая ночь в стиле «Ласкового мая».
Так что, если что, приглашай. Сизины достаточно. До утра хватит. На этом все. Я шучу, конечно. Не все еще. Как же вас отпустить без конкурса сегодня? Легко. На этом все, дорогие друзья. Шучу, не все, не все. У нас конкурс. Для этого вам нужно решить небольшую математическую задачку. Сложите любимую цифру Гурбангулы Бердымухаметова, любимую цифру Александра Гольша Лукашенко и ответ напишите в комментарии под этим видео. Правильный ответ получит приз. Бутылка водки «Великий разговор». Водка «Великий разговор» – украшение любого стола. На этом все, дорогие друзья. Пока-пока. Пока-пока. Еще раз чихнешь – сядешь. Понял меня ты? Молодец. Все, давай, пока.